Зачем вы приходили к Польцеву? Опять что-то вынюхивали? Мне кажется, что с картиной Сеслея что-то не так. А что именно? Ну вот точно не знаю. Поэтому и хотела поговорить с Польцевым. Значит, Польцев реставрировал картину, когда она еще принадлежала Маякиной? Я так понимаю, что да. А как вы это выяснили? Андрей Васильевич, вас полковник вызывает. Как всегда, не вовремя. Иду. Никуда не уходить. Я скоро. Лёня, а как продвигается дело? Да нормально. А обыск в квартире Польцева уже был? Был. А ничего не нашли там? Ну, может быть, какие-то записи? Да. Нашли записную книжку. Да, она у меня, кстати, где-то здесь. Во! Вообще-то это засекреченная информация. И вообще вопросы здесь буду задавать я! Голова заболела. А что-то у вас какая-то вода мутная. Вы не могли бы мне чистенько принести? Таблеточку запить. Спасибо большое. Лёня, я тебя уволю к черту. Почему вещдоки на столе? Извините. Ой, извините, это моя. Значит так, вернемся к нашим баранам. Откуда вы узнали, что Польцев реставрировал Сеслея? А я случайно. Мне один знакомый рассказал. Я нашел материалы по Сеслею. Похоже, ты была права, он уже болел в это время. А значит, картина – подделка. А ты что, сомневался, что я знаю, о чем говорю? Нет. Ну, а почему ты не рассказала Грекову про вокзал и свои подозрения насчет картины? Ну, потому что я не могу делать такие громкие заявления, пока не буду точно уверена, что это подделка. Ты представляешь, какой может быть скандал? А если я ошибаюсь? Ну, я же сам все проверил насчет Сеслея. В нескольких источниках упоминается, что он уже был болен в это время. Чего сомневаться-то? Ну, экспертиза же подтвердила, что это Сеслей. Экспертизу тоже можно подделать. Это ты не думаешь, что смерть Польцева может быть как-то связана с подделкой картины? Думаешь, его все-таки убили? Подожди. В палате же никого не было. Надо срочно рассказать все Беляковскому. Беляковский.
Слушай, такой странный разговор у него был с Гаевым про суфлера, потом взрыв. Вдруг он причастен к убийству? Ты чего? Ничего, просто голова болит. Тебе нужно как можно больше отдыхать, обязательно пить витамины. Сашенька! Саша. Извините, ради бога. Увидел, что у вас дверь была приоткрыта. А, да, мы заболтались, наверное, и забыли закрыть. Да. Вот. Ну, тогда я зайду в следующий раз. Подождите. Мы собирались пить чай с Ильей. С медом. Да. И, может быть, вы нам составите компанию? Да я только хотел позаимствовать у вас каталог скульптур музея Бодера в Берлине. Сейчас найду. Сейчас, я секунду. А я пока в аптеку сгоняю, куплю тебе витамины. Знаете, давно задумываю одну работу, и вот хочу поучиться у старых мастеров. Вдохновиться, так сказать, красотой. Настоящей. Так посмотрите, а, какие линии. Смотрите, кажется, скульптура сейчас оживет у нас на глазах. Да? Фантастика. Эрдель, чем занимался этот Гаев? Понятия не имею. Но вы же были с ним знакомы. Знакомством это не назовешь. Вы ничего-ничего про него не знаете? Я знаю только одно. Этот человек совершил гнусный поступок. Я даже рад, что он умер. Ну ладно, даже не верится, что вы это говорите. Вы же всем добра желаете. Благими намерениями вымощена дорога в ад, Сашенька. Жаль только я это поздно понял. Хотели втюхать мне какие-то непонятные витамины. Ты куда? Домой. Потому что нормальных у них не было. Но я сказал свое твердое «нет» и взял тебе настойку шиповника. Так. Вот эти ты купи обязательно. Они кульно укрепляют иммунитет. Чего? Чего ты на меня так смотришь? Я не могу о тебе позаботиться на правах соседа? Благими намерениями. Чего? Так, ничего. С Эрделем поговорили. Вы знакомы с реставратором Игорем Польцовым? Да, он делал для меня несколько заказов. Что делал? А что он может еще делать? Реставрировал картины. А почему вы перестали сотрудничать? Потому что он сам отказался закончить работу. Сказал, что болен. Настаивать я не стала, заплатила ему по факту. А, собственно, в чем дело? Есть подозрение, что его убили. Его убили? Да. Кошмар. Вера Алексеевна, где вы были в четверг с 12 до часу дня? В четверг? Я в четверг, кажется, была дома. Я приехала сюда, в галерею, после обеда. А кто может это подтвердить? Кто был с вами дома? Никто. Я была одна.
Что опять стряслось? Ты ж просто так не зайдешь, я тебя знаю. Мне нужна твоя помощь. Вот-вот. Ну? Польцев в своей записной книжке упоминает Ренуара. Рылась в чужих вещах. Я для дела. Так вот, мне кажется, что речь идет об этюде к картине «Улица Висуа». Ты ничего не слышала об этом? Никто не продавал, не покупал? Как же? Конечно. Я даже помню имя покупателя. Известный искусствовед Артемий Ильин. Милый старикан был. Почему был? Он что, представился? Нет, этого я не знаю. Говорили, что он уехал из города и обрубил все концы. После того, как его квартиру обокрали. Все картины вынесли. Грабителей так и не нашли. И Ренуара украли? Не могу тебе сказать, точно не знаю. Но кто-то говорил, что Ренуара Ильин спас. А у тебя не осталось выходов на Ильина? Детка, я ж тебе не адресное бюро. Какая неожиданная встреча. Вообще-то я хотела поговорить с Эрделем, мне нужно кое-что ему рассказать. А его нет дома. А мне не хочешь рассказать? Я тоже вполне сообразительный. Я кое-что узнала. Ух ты, кто бы сомневался. Значит, надо найти старика, купившего этюд Ренуара. Правда, не факт, что он у него остался, возможно, его украли. Но именно это и надо выяснить. Всего? Да, это очень важно. Старика зовут Артемий Владимирович Ильин. Он искусствовед. Саш, с такими данными мы его лет 50 будем искать. А тебя никто не заставляет. Саш, я ж пошутил. Найду этого его старика, из-под земли достану. Ну, я надеюсь, не из-под земли. Спасибо. Слишком мало информации у нас по этому Польцеву. Мы ничего о нем не знаем. Ни с кем он спал, ни с кем дружил, кого ненавидел. У него же был какой-то круг общения. Соседка по лестничной клетке сказала, что Польцев был человеком нелюдимым, ни с кем из соседей не общался, а из родственников только бывшая жена. Бывшая точит зуб на своих мужей и охотно выкладывает все подноготное. Надо с ней пообщаться. Пляши! Нашел я твоего искусствоведа. А вместе с ним и Ренуара. Да, сохранились оба, и Ренуар, и Ильин. Значит, старик живет на даче, картина там же. Ну, конечно, выяснил. Саш, слушай, там какой-то мужик Ренуаром интересовался. Нет, имени не знаю. Ты будь там поосторожнее, хорошо? Давай. Здрасте, извините, пожалуйста. А Ильин здесь живет? Да, его дом-то его. Добрый день. Артемий Владимирович! Вы ко мне? Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, что побеспокоила. У меня теперь редко бывают гости. Тем более такие... Простите, очаровательные. Меня зовут Александра Корзухина. Я... Простите. Хотела бы поговорить с вами по поводу одной картины. Ага. Но мы же не будем разговаривать о высоком искусстве. На ходу. Александра Корзухина, вы не спешите. Простите. Нет, я не спешу.
Ну что же вас привело ко мне, дитя мое? Дело в том, что я реставратор. Я занимаюсь старинными картинами. Реставратор, старинные картины. Понимаю, это вас привело, да? А коллекцию-то мою давно украли. И у меня остался один Ренуар. О, вот. Он-то мне и нужен. Я так много слышала про эту картину. А Ренуар – это вообще моя слабость. Только Ренуар. Позвольте ручку. Андрей Васильевич, экспертиза по Польцеву. Спасибо. Так. Острая интоксикация рицином. И что нам это дает? Это значит, что Польцева убили. Ввели сильнодействующий яд. И кто из больницы мог это сделать? Хороший вопрос. Так, Лёня, ты с бывшей женой Польцева пообщался? Она что-нибудь говорила о его работе с Маякиной? Да, да. Сказала, что он почему-то не дописал последнюю картину. А вдруг резко от нее отказался, якобы плохо себя чувствовал. Но жена подозревает, что были другие причины. И наверняка это как-то связано с Маякиной. И Вера Алексеевна прекрасно знала, почему на самом деле Польцев отказался от работы с ней. Это что ж получается? Единственный враг Польцева – Маякина? Знаете, созерцание прекрасного может быть то единственное наслаждение, которое осталось мне в этой бренной жизни. Она прекрасна. Вы не поверите, Сашенька, я могу часами сидеть и любоваться тем светом и жизнью, который исходит из этого маленького куска холста. Позвольте мне осмотреть картину. Конечно. Я вижу, вы так же больны живописью, как и я. Да? Конечно. Да. Что? Картина не в лучшем виде. Так и я не в лучшем виде. Вот тут, между прочим, мы с Ренуаром очень похожи. Похожи. Простите. Я должен пойти принять лекарство. Простите. Сказал мне, что он болен. Да что вы? Полотно почти полностью покрыто грибком. Ее надо срочно реставрировать. Нет, вот это нет. Реставрация – это долго. А я не согласен расстаться с моей любимицей. Кто знает, сколько я еще смогу любоваться ею, правда ведь? Но нужно хотя бы ее законсервировать, чтобы грибок не разрушил картину полностью. Кто бы меня законсервировал. Корзухина утверждает, что в палате никого не было, когда она зашла. И смерть Польцева наступила практически на ее глазах. Я вообще не понимаю, как преступник мог пробраться в палату незамеченным. А что, если это сделал кто-то из персонала больницы? Думаете, подкупили? Денег дали? Или угрожали? Все может быть. Спасибо вам огромное. Да чего? Я все-таки не понял, Сашенька, зачем же вы приезжали?
А, просто до того, как вы купили Ренуара, над ним, вероятно, работал другой реставратор. У него уникальная техника, и я хочу разгадать ее секрет. Ну, это же проще простого. Нужно встретиться с этим реставратором. О, женщины, вы умеете так обольщать, что любой мужчина выдаст вам любой секрет. Ну, обольстить его не получится, он умер. Умер — это плохо. А как его фамилия? Польцев. Польцев, Польцев, не знаю. Не слышали? Нет. А где вы купили картину? У Веры Маякиной. Есть такая известная галеристка. Да, знаю. Она вам ничего не говорила? А должна была что-то сказать? Нет, это я так просто. Скажите, а последнее время никто не интересовался картиной? Может быть, хотел ее купить? Купить? О чем, Сашенька? Ну, о чем вы? Чтобы я кому-нибудь продал моего любимого Ренуара? Ну, о чем вы, Сашенька? Как вы могли даже подумать об этом? Ну, не забывайте нас с Ренуаром, Сашенька. Приезжайте в гости, будем ждать. Хорошо, спасибо большое, Артемий Владимирович. До свидания. Всего вам доброго. Всего вам доброго. Вы что-то хотите спросить? А вы, случайно, ничего не знаете о суфлёре? Суфлёр? Это из театра? Кто это? Ладно, спасибо. Приезжайте, Сашенька, мы будем ждать. Алло, алло. Добрый день, Вера Алексеевна. Это Ильин. Артемий Владимирович, рада вас слышать. Как вы? Ничего, вроде ничего. Да, знаю. Она к вам приезжала? Зачем? Ну, а она же реставратор, вроде бы, да? Ну, реставратор как реставратор, вполне себе. А что она хотела? А вот это я не понял. А, кстати, она спрашивала о каком-то суфлёре, но не из театра, нет. Просто суфлёр. Я обязательно, обязательно вас навещу, Артемий Владимирович, да. Всего доброго. Антон, здравствуйте. Как хорошо, что вы позвонили. У меня есть новости. Да? Отлично. Давайте тогда встретимся часа через два около моего дома. Есть кафе там за углом. Алло, Антон? Отлично. Саша, слушайте, я вас еле нашел. Здравствуйте. А, так у меня телефон глючит, самый ответственный момент. В общем так, я надыбал очень интересную информацию о Маякиной. Похоже, она не первый год работает с этим Беляковским, и там очень все нечисто. Ну, а что именно? Боюсь пока что-либо говорить, я еще покопаюсь, и потом скажу, что у вас. А я видела этюд Ренуара, картине улицы Васуа. Ладно, где вы ее откопали? У одного искусствоведа картина в ужасном состоянии, а ее полностью разъел грибок. Ага. Я хотела взять раскоп, но не успела. А что, при нем побоялись? Ну, да, он зашел, но удобно. Нет, 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 Саша, обязательно нужно напроситься еще раз к этому искусствоведу в гости и взять соскоб. Не надо к нему напрашиваться. Старик глубоко одинок, и он рад любому, кто к нему заходит. А все-таки здорово, что мы познакомились. Мне кажется, это не случайно. Я вообще, кстати, не верю в случайности, а вы? Ой, не знаю, никогда об этом не задумывалась. Знаете, с вами так легко общаться, как будто, ну, лет 100 знакомы. Ну, до свидания. О, вы же замерзли. Руки совсем холодные. Антон, да не надо. Сейчас. Да что вы делаете? Сейчас согреюсь, подождите.
Привет, Илья. Знакомься. Это вот Антон Садовников. Журналист. Журналист. И просто хороший человек. Да. Здравствуйте, Антон Садовников. Илья Романовский. Художник. Да? Да. И реставратор. Не слышал. Возможно, вы просто не очень сведущи в этих вопросах. Да, вы знаете, журналисты вообще очень необразованный народ. Никакого кругозора. Ну что ж, развивать нужно, развивать. Извините, извините, пожалуйста, я так замерзла, я поэтому... Ну, да, мне тоже пора. Саш, я вам позвоню. Да. До свидания. Чего этот перец вьется вокруг тебя? Вынюхивает насчет картины, да? Мы вместе с ним вынюхиваем. Ты не обольщайся. У журналистов не бывает слова «вместе». За горячую статейку мать родную продадут, если нужно будет. Я сейчас умру от страха. Я просто хочу, чтобы ты была с ним поосторожнее. Буду. Если не умру от холода, можно мне домой? Пожалуйста. Да. Пожалуйста. Спасибо. Ты просто хороший человек, говоришь? Ну ладно, Антон Садовников. Вы что, хотите, чтобы эта информация стала достоянием общественности? Вы прекрасно знаете, что мне это ничего не стоит. Да, думайте, у вас очень мало времени. Я свою сумму озвучу. Нет, это вы меня послушайте. Вас не слышно. Привет. Привет. Я на 5 минут. Просто хотел тебе сказать, что был прав насчет Садовникова. Он интриган и шантажист. Ну, с чего ты взял? Я последил за ним вчера. Ты нормальный? Он разговаривал с кем-то по телефону и вымогал деньги за свое молчание. Ты же понимаешь, что это значит? Да, я понимаю. Садовников – журналист. Скандалы, интриги, расследования – это вообще его конек. А вообще, какая мне разница, что он за человек? Мне же с ним детей не нянчить. Ну, я просто хотел, чтобы... Илюш, пожалуйста. Я взрослая девочка. Ну, можно я сама буду решать, когда, как и с кем мне общаться? Я им сказала, что к нему нельзя. Так они же меня обманули. Парень начал мне зубы заговаривать. А девушка взяла ее и просто мимо проскочила. Понимаете, он меня отвлек, а? Я бы так, конечно, бы их не пустила. Вы только начальству моему не говорите, пожалуйста, ничего, а? Они же на меня все свалят. Скажут, что из-за меня этого Польцева. А потом вообще уволят. А я не могу, у меня сынок маленький. Нет, вы понимаете, я его одна расчу. У меня ни семьи, ни мужа, никого все, не родни вообще. Я просто хочу понять, вас никто ни в чем не обвиняет. Я просто хочу понять, мог ли кто-нибудь проникнуть в палату Польцева незамеченным, да или нет? Вряд ли. Что значит вряд ли? Вы пост покидали? Хоть на 2 минуты покидали? Разве что чаю себе заварить. Нет, я понимаю, работа у меня адовая, да. Ну, вы меня поймите, ну... Чай. В какое время вы ходили заваривать себе чай? Вспоминайте, это очень важно. 5 минут до того, как эти двое пришли. Я так и знал. Ой. Начальству-то моему не говорите ничего, пожалуйста. Ты витамины купила? Да, конечно. Я даже их пью, когда не забываю. Да.
Илья, я... Ты мне очень дорог, и... Просто я не готова сейчас к серьезным отношениям. Я... Опять же, разница в возрасте. Нет, просто дело... Кажется, что со мной что-то не так. Я все время думаю, а вдруг Иван... Опять этот Иван. Умер из-за меня. Так, значит, ну, я все узнал. Больница старая, камер наблюдения в коридорах нет. Ну, вот. Так, иди в палату, а я вроде как Корзухина. Ага, а я убийца. Да, я выхожу из угла, а ты незамеченным должен выйти из палаты. Понял? Ага, понял. Дуй. Леня! А! Пятая палата. А, понял. Готов? А, готов! Пошел! Не-не-не, Леня, так не годится. Если ты будешь таким увольнем, у нас ничего не выйдет. Еще раз. А, понял. Готов? А, готов! Пошел! Леня! А? Куда ты пошел? Ну, так сюда. Нет, надо в дверь напротив выйти. Давай еще раз. Я понял. Готов? А, готов! Пошел! Молодец. Получилось. Ну что, да, спектакль, получилось? Получилось. Получилось, Леня. И не только у тебя. Давай, давай, опаздывай. Давай, давай, давай. Тупо. Ну, куда же ты бьешь? Мне давай. Смотри, вот как надо. Ага. Пас. Пас, пас, давай, давай, мне. Что, это мальчика из дома выгнал? Илья, что случилось? На пас. Ничего. Кроме того, что давай, я, похоже, ничего не понимаю в женщинах. Лови давай. Вижу, назревает мужской разговор. Ладно, мальчики, я домой. Лови. Ну куда ты хватаешь? Только вы недолго, месяц мой. Ну и что происходит? Поймал, на пас. Я хочу уехать отсюда. Лови. Ну-ну-ну, ну ты косой, что ли, значит, не добился своего. Поджал хвост. Поймал, ну, тебе. Я думал, ты будешь покрепче, парень. Кого я это слышу? Да ты даже ни разу не был женат. А что ты об этом знаешь? Напас! Давай. Ну, что ты знаешь обо мне, о моей жизни? Пасуй, пасуй. Я сделал глупость. Да. Будь сильнее меня. Давай. Иначе всю жизнь проживешь, проклиная эту слабость. Дед, ну что мне делать? Я не знаю. Борись. Будь мужиком. Слушай, что подсказывает твое сердце. И работай. И живи для других. Лови, да. Я знаю только одно. Ты ей сейчас очень нужен. Холодно. На-н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 а
Идем домой, Илюха. Круто! Лови! А теперь беги. Thank you.
все-таки любил Софию? Да, очень. Но не сберег. Самолюбие, гордость помешали. А когда опомнился, было поздно. Почему-то о ней не рассказывал. Она была очень талантливая. Занималась наукой. София была микробиологом. Проводила опыты со спорами грибов. Это очень опасно. Вот и развелась легочная болезнь. И врачи ничего не могли сделать. Вам надо поторопиться со скобом. Срочно поезжайте к своему старикану. Да, события начинают разворачиваться стремительно. Я только что выяснил, что Маякина год назад продала какой-то пейзаж пожилой даме из Петербурга. И через несколько месяцев эта дама скоропостижно скончалась. Есть подозрение, что Беляковский тоже принимал участие в этой сделке. Сейчас выясняю. Хорошо. Если что-то нароете, срочно звоните мне. Поняла. Дорогу реставратор. Значит, до болезни он в основном работал с Маякиной. Почему вдруг они резко перестали сотрудничать, непонятно. Не нравится мне это. Маякина. Расскажи мне, какой он был, этот муж ее, и почему она в него влюбилась? А почему земля круглая? Ты не хочешь выяснить? Альбина! Ну хорошо. Иван был очень талантлив. Ах. От него все бабы с ума сходили. Ну, естественно. Ну ладно, ладно, не все. Меня пронесло. И вообще иногда сложно сказать, во что именно ты влюбляешься. В человека или в его талант. А! То есть все дело в том, что я бездарен, поэтому она меня не любит, да? Прекрати нести чушь и сравнивать. Ты другое, слава богу. Психов ей хватило уже по горло. А, то есть я псих, да? И вообще, я думаю, она давно уже по уши в тебя втрескалась. Просто сама боится этого чувства. На, отнеси деду. Извините, пожалуйста, а вы не знаете, что произошло? Пожар, не видно разве? Нынче ночью сгорело. Айлин. Старик-то сгорел вместе с домом. Как сгорел? Ну так, он же ведь больной, инвалид был. Не успел. И все. Над чем работаешь?
Садовников. Неприятный тип. Ты его знаешь? Знаю только, что этот человек ничем не гнушается. Ради денег пойдет на все. Несколько раз был замешан в полукриминальных историях. Но всегда умудрялся выйти сухим из воды. Боюсь, что он опять во что-то влез и втягивает туда Сашу. Сгорел вместе с картиной. У меня остались только фотографии этюда в телефоне. У меня тоже есть что вам рассказать. Я нашел доказательства того, что Беляковский с Маякиной проводили нечистые сделки. Саша, остальное не по телефону. Давайте встретимся сегодня вечером у меня.